Губернатор провел встречу по поручению президента страны. Жительница станицы Березанская Веселковского района рассказывает, что в их населенном пункте живет много пенсионеров, и им трудно добираться в единственную участковую больницу. По поручению губернатора на строительство нового кабинета врача общей практики выделено больше 10 миллионов рублей в рамках краевой программы. Деньги сегодня мы системно предусмотрели на строительство офисов. Сам врач-то есть на примете, потому что здесь важен врач. Он должен знать наперечет историю болезни каждого жителя, прилегающего или который входит в зону ответственности данного врача. И тогда это будет то, о чем мы говорим. И люди будут уверены в своем враче. Для этого и есть офисы врача общей практики. То есть он один, но отвечает за всех. Кроме того, губернатору обратились с просьбой о строительстве спортивной игровой площадки в станице Полтавской Красноармейского района и ремонте подъездной дороги к хутору в Тимошевском районе. Обновление жители увидят уже в этом году.